новом корпусе Российско-Армянского университета профессор факультета истории искусств, первый проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Наталья Мазур прочитала лекцию на тему «Женитьба Гоголя или вся правда о мужчинах и женщинах». Это совершенно невероятное событие в двух действиях, писанное в 1933 году, но поставленное и в первый раз уже в конце 20-х, начале 40-х годов 19 века. «Женитьба» повергла своих первых зрителей в полное недоумение. Это довольно характерно. Когда критики не понимают текста, который написан их современником, явно нужно к этому тексту подойти повнимательнее и посмотреть, что в нем происходит. «Женитьба» – одна из самых веселых и непонятных пьес в русской драматургии XIX века. Мы будем говорить об этом в месте, которое, собственно, и создавалось для того, чтобы связывать между собой две культуры – российскую и армянскую. И, судя по тем коротким минутам, которые я здесь провела, это удается замечательным образом. Это очень красивый кампус с удивительно красивым видом на горы и с огромным количеством веселых, открытых, очень красивых и умных молодых лиц, которые говорят и по-армянски, и по-русски, и по-английски. Совершенно счастье.